хорошие взаимоотношения между общественными организациями России и Азербайджана. И в Азербайджане знают русский язык, молодежь изучают. И, конечно, важно, с учетом геополитических отношений, с учетом того, что Азербайджан часто поддерживает позицию России на международных площадках, конечно, вот это развитие гуманитарных связей, оно очень важно и актуально. И это свидетельствует о том, что позиции России укрепляются, и нам необходимо расширение партнеров. И я могу сказать, что вот если общественная палата, то мы активно взаимодействуем и реализуем такой проект «Русский уголок» по продвижению русского языка за рубежом посредством мультимедийных пособий. И, конечно, Азербайджан связывает и культурные связи, и гуманитарные, и известные актеры, певцы, Муслим Магомаев. Ну, возьмем посла Азербайджана в России Палат Бельбулиоглы, которого тоже хорошо знают и любят в России, еще и в Советском Союзе. И поэтому это достаточно перспективно. И, конечно, мы ратуем за то, чтобы представители НПО более активно взаимодействовали. И традиционно в Баку проходит форум гражданской общественности, куда приглашают многих представителей НПО из России. И он очень важный, актуальный.